Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Ну что ж, настал этот замечательный праздник. Дней сегодня два. Первый праздник — это то, что второй этаж все-таки открылся, и нам была великая честь открывать сегодняшний концерт. Это был клуб Алексея Козлова. Первый этаж был где-то три месяца назад с лишним. А сейчас открывается и второй. Это хороший позитивный знак о том, что музыка будет жить, расти и развиваться в нашем государстве Московском. Да. Давайте поаплодируем. Обязательно, потому что это великое событие, и флагман этого клуба Арайка Копян. Сбежал опять. Сбежал постоянно, он как только он... Вот он, хлопайте. Это как раз тот человек, который, в общем-то, на нем все держится, как... Ну, не будем говорить как. В общем, ты все знаешь. Вот, а второй праздник, это благодаря чему, собственно, сегодня, наверное, сколько тоже людей, это наш маленький мальчонка Сережа Клевенский. Его сегодня, вернее, не сегодня, 24 августа был день рождения, мы решили приурочить этот замечательный праздник, это событие, к открытию его клуба на втором этаже. Вот, поэтому давайте Сережу дружно поздравим. Володенька, сегодня для вас такое странное трио «К лету гоу, к лету идем». Кто-то был на наших концертах, кто-то нет, потом обниматься будете. В общем, вот. Ну, вот, и карабас-барабас, да. И у нашего звукорежиссера Ильи, у сына тоже сегодня день рождения. Это замечательно. Давайте как-то поаплодируем. Всегда приятно, когда тебе много людей аплодируют. И мы начнем наш рассказ. Да, ну и, естественно, после нашего выступления, я думаю, что оно будет непродолжительным, минут 20-25. Условный микрофон будет свободный, но не то, что свободный он будет, да, будут выходить гости, друзья, поздравлять, петь песни, застольные, заздравные. В общем, для этого для вас сегодня мы открываем второй этаж. Спасибо за внимание. Сережу говорить, что прохлеб. И все знают, и все пробовали, а что скажешь? Кусок не отрежешь, целиком только в рот набьешь. Мякиш так, прочвакаешь, думаешь, а ведь все так просто. Я его впервые увидел где-то в Европе, по-моему, в Лиссабоне. Сидит бедолага, на паперти, на аккордеоне играет, борода до колен. Подошел, кинул цинковый. Он на зуб попробовал, говорит: скупой, батюшка, скупой. Оказалось, сильно похож, но не тот. Кто он такой, Клевенский? Вот сегодня мы и познакомимся с ним. Еще ближе. Музыка.
Это, братцы, присказка. А теперь сказка начинается. Thank you.
Глядя на Сережу, возникает чувство уюта. Оно, правда, проходит через некоторое время. Но первые несколько минут держится удивительно устойчивое ощущение, что ты понимаешь, чувствуешь и, в общем, считаешь, что этот человек как будто создан из кусочка какого-то, такого, знаете, шерстяного материала, этого загадочного материала, из которого изготавливают пледы, очень уютные. В чем причина? Я пытался понять. Удивительное такое свойство. И, может быть, вы знаете, это связано с тем, что Сережа очень много всего переживал в своей жизни. Были невзгоды, были тяжелые моменты. Распахнутая пасть московских подворотен пугала своей брутальностью. И ничего другого не оставалось, как создать этот какой-то удивительный, ни на что не похожий мир своей души. И он создал, во всяком случае, сначала не без помощи алкоголя, но тем не менее, это все равно чувствуется, что человек наполнен совершенно другими эманациями. И вот об этих эманациях и следующая пьеса. Она повествует, что как хорошо, что есть домик, где трава растет сверху, а окна напоминают большие лужи, в которых отражается небо. И вот такой вот Сережа, типа какого-то доброго хоббита, вот тоже на дудочке. Вот такая атмосфера сказочная. Вот. Ну давайте послушаем, как это все реализуется в звуках. Thank you.
Сегодня Сережа мне привез
китайский чай в красненьком мешочке. Вот. И он сказал, что это для тебя. Это очень было приятно. И я вспомнил, что у Сережи существуют две важные ипостаси. Это он всегда очень любит чего-то бояться, ну, каких-нибудь сказок страшных, вот, и очень надеется на лучшее. И это замечательное качество. И я сразу вспоминаю его любимую сказку. Часто он просит рассказать ее, вот я, как правило, отмахиваюсь. Это «Нильс и летящие дикие гуси». По-моему, «Лагерь лев» написала, да? Да. И вот там, знаете, сейчас будет вот пьеса сыграна нами, вы услышите просто прямые цитирования из этой сказки и приветствия моряков, капитана корабля, и вот этот вот звон, и удивительные приключения. Вы сейчас услышите, эта пьеса, в общем-то, написал Антоша Горбунов, но, несмотря на это, она действительно очень хорошая, очень-очень красивая. И она очень нравится Сереже, вы слышите, что здесь очень много разных пластов, очень много разных каких-то метроритмических. Она называется 5-8 или 58. Что за странное название? Но мы все равно играем, потому что ничего другого у нас пока нет.
Чем хороша эта программа, те, кто был на наших концертах, я думаю, им не скучно, потому что хоть мы и повторяем произведения, все равно они звучат даже для нас по-новому. Дорогие друзья, у нас сегодня премьера пьесы. Как так получается, что удельный вес композиторского меда в ульях принадлежит не Сереже, но, видите, время идет, и совсем недавно Сережа топнул ногой и сказал: я тоже хочу добавки, и получил. Мы сейчас сыграем его пьесу, которая называется «Персиковое дерево». Еще такое название есть, мне оно как-то тоже очень нравится, такой «Танец веселый кондитер». И, в общем, в этом мелодизме раскрывается суть Сережиной души, основанной на сказке Шопенгауэра. Thank you.
наверное, многие из вас помнят эту удивительную мистическую историю, которая случилась в Вятке в 1993 году. До сих пор она, в общем, вызывает удивление у многих ученых. Вкратце я напомню, дочка губернатора увлекалась очень хард-роком, играла что-то такое на гитаре, в общем, такое яркое, воспламеняющее. Действительно, своим таким неистовым каким-то отношением к струнам, к соседям, она воспламеняла дом, и начали гореть стены, она сама была в каком-то голубом свечении, вызывали пожарника, все бесполезно. И как раз в это время недалеко гастролировал Сережа, и вот сделай что-нибудь, эта женщина сходит с ума, она горит, и мало того, что ладно, ведь казенная имущество. И вот Сережа пришел, и он стал играть. Он играл вот что-то вот из той пьесы, которая сейчас прозвучит. Во всяком случае, вот этот вот огонь неожиданный, который обуял эту несчастную, он прошел. Вот, и она даже попыталась сделать Сереже предложение. Вот. Ну, он человек умный, вот, постарался да, исчезнуть. Вот видите, какая удивительная сила мастерства. И вы сейчас услышите пьесу. Кстати, цитата из этой пьесы была, звучала в этом Вятке, да? И вы сейчас поймете, о чем я. Действительно, тушит все вот вокруг, тушит, поэтому кто слишком сейчас вот чувствует большое там горение, кто-то хочет побегать, покричать, там что-то вы, пожалуйста, послушайте, что, возможно, другая жизнь, более мокрая. Итак, «Горная река». Автор. Thank you.
Thank you.
Кент Левинский, тот самый. Антон Горбунов. Let to go. Я должен признаться, что перед концертами, конечно, почитал очень много разных биографий Сережи в разных издательствах. И, в общем-то, эта история, которую я сейчас расскажу, она, конечно, говорит очень много. В свое детство Сережа пел, как вы знаете, далеко от домика Лермонтова. И все свое сознательное детство он посвятил фортепиано. У него была очень строгая тетя, которая следила за тем, чтобы он правильно ставил пальцы, аппликатуру, и он очень всей душой любил фортепиано. У них стоял огромный рояль, бихштейн, внутри этого инструмента разводили примерно похожие растения. Вот. И как-то раз тетя сказала, что нужно переезжать в другую квартиру, нам нужно выехать отсюда, здесь очень дорого, вот, и нам нужно уехать. Маленький мальчик смотрел на свой инструмент, на фортепиано, гладил его крылья отполированные, видел отражение своих больших грустных глаз. И, конечно, был удивлен тому, что пришли грузчики, грубые грузчики. У них лица были чем-то недовольные, они плохо говорили по-французски. И какими-то ремнями обвязали это живое существо, можно сказать, и взвалили, потащили. Сквозь двери, конечно, не проходило, и инструмент жалобно верещал своими сорванными нотами, струнами. Вот представляете себе ребенку, 2 года, его на глазах, его лучшего друга тащат в дверь, бьют о косяки, вот, и соседи еще кричат, кто помер, кого вытаскивают. И, в общем, конечно, срыв нервный, и Сережа очень долго плакал, он закрыл себя в комнате и сказал, что я не хочу больше. Не хочу больше играть на фортепиано, дайте мне что-нибудь попроще, то, что можно носить с собой. И вот так получилось, что мы сказали, ну что с тобой сделать, ну возьми какую-нибудь дудочку, там успокойся только. И вы знаете, неожиданно это успокоение пришло, и он понял, что есть инструмент гораздо спокойнее и интереснее, чем фортепиано. Вот об этом следующая пьеса, о нежности, пронесенной сквозь все детские годы и невзгоды. Композитор. По хорошей традиции московской, городской, все пьесы в последней четверти нашего концерта пишет Антон Горбунов.
ни странно, вот наше выступление, так вот как бы нехотят, видите, слово, как говорится, слова вылетают, сплетаются в клубок, и клубок катится, за леса темные, за болото синие, постепенно подошли опять к пьесе Антоши Горбунова. Она называется на английском языке «Good Test». Но я уверен, что не все понимают английский язык, надеюсь на это. Вот. Поэтому я не вижу в этом ничего такого прозаического. Перевожу как хорошие действительно хорошие анализы. Вот. И, в общем-то, результаты я вижу здесь очень интересные. Желаем всем здоровья. Сережа, голубчик, с днем рождения, конечно. Значит, такая программа у нас. Мы сейчас сыграем Good Test, потом немножко покуражимся, сыграем бис. Ну, это пока получится. Вот. А потом все, кто хотят, скорее домой, те могут выйти на сцену, только что владеют инструментом. Вот. И в принципе всех совершенно спокойно можно вручить подарки Сереже. Вот. Да, это может быть, кто-то хочет спеть что-то, сыграть, что-то такое, рассказать какую-нибудь историю, рассказ, леденящий душу. Вот. Так что мы попросим, чтобы микрофоны отключили, и вы можете издеваться сколько угодно. А сейчас Good Test, хорошие анализы. В общем, для меня тоже актуально, судя по лысине, являющейся. Ну, слава Богу. Вот. И что же, Сережа, день рождения. Thank you.
ад, заставит плакать пеною ад. Кто? Ты не плачь, моя девчонка. Да-да, нас и слез не проливай. Кто? Пока на почту чаще. Да, что мои письма получают? That's why mama said. Да, мои письма получают. That's why mama said. Что мои письма? Что мои письма получают? That's why mama said. Антон Горбунов, композиции и контрабас, бас-гитара. Ну и наш ведущий сказочный голос, тот самый Владимир Голоухов. Мастер слова, блестящий вокалист, специалист, джентльмен во всех смыслах этого слова. Ну что ж, мы поздравляем еще раз Сергея с днем рождения. Поздравляем клуб.
день рождения. Господи, сколько же народу-то, что делать? Оля, голубушка, одну минуту. Так вот, Брамс в своих письмах очень часто вспоминает родной Гамбург. Ну, безусловно, о чем еще думать? Его романтическая душа алчит каких-то новых переживаний. Неудачная любовь. В общем-то, достаточно прохладные отношения в публике к первым концертам. В общем, все показывает о том, что наступает творчество. Торт от Ольги Костопецкой. Настоящий день рождения. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо, что вы все пришли на этот замечательный концерт. Я очень рад вас видеть. Здесь много моих близких, друзей, приятелей, учителей, учеников нет. Вы все мои учителя. Я у каждого учусь. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы разберем топик и постараемся...
всех угостить. Спасибо.